Из Упорова отправили очередную партию гуманитарного груза мобилизованным землякам. В коробках теплые вещи, медикаменты и продукты питания. Также волонтеры вложили письма солдатам с пожеланиями победы и скорого возвращения домой. Много людей их писало, всякие разные пожелания в них, там в любви им признавались. То есть писали землякам, которые в данный момент защищают нашу родину. Также на передовую отправят бензиновые генераторы, бензопилы и стиральные машины, и походные печи. Все это собрали жители Упоровского района. Гуманитарный груз занял 2 фургона. Помогали в погрузке мужчины из группы волонтеров серебряного возраста. Многие из них, кстати, сами проходили службу в армии и знают, как важна солдатам поддержка от земляков. Это ведь поддержка не только такая, скажем, материальная, она еще и моральная, когда солдат с родины получает какую-то посылку, да, он рад, доволен, это знает, что его не забыли, поддерживает. Это не первая партия гуманитарного груза для мобилизованных граждан Упоровского района, но и не последняя. Раз в 2 недели коробки с посылками будут увозить в областную столицу для последующей отправки нашим солдатам.